В Твери начала работу ярмарка от Абхазии до Камчатки. На широкой выставке представлены продукты – визитные карточки России и СНГ, мясные и рыбные деликатесы, фермерские сыры, домашние соусы, южные специи, чай и сладости. Это, а также многое другое можно не только купить, но и продегустировать прямо на месте. Ярмарка от Абхазии до Камчатки вновь в Твери. Жители столицы Верхней Волжи уже знают, это не просто торговля, это настоящий гастрономический праздник. Для гостей выставки натуральные мясные деликатесы, дикий кабан, суджук из телятины или рулет из баранины, а также огромный выбор колбас. Очень вкусно, самобытно. Я выбрал оленину в вине, и вот мне предложили еще мраморную говядину. Представлено больше 18 видов колбас, все фермерское. В первую очередь советую всегда попробовать кабана дикого. Телятина рубленая, нежная, для детей и для взрослых. С мясным изобилием соседствуют рыбные деликатесы. Чавыча, белорыбица, горбуша и, конечно, красная икра. Пришел с родителями, родители постоянные клиенты. Ну вот, попробовали икру, очень понравилось. Показалось свежей, вкусной. Ну вот, решили взять. Что-то особенное для себя найдут посетители ярмарки в сырном отделе. Адыгейские сулугуни, молодой с плесенью, овечий или из молока буйволицы. И все из натурального козьего молока. К примеру, вот эта покупательница сделала свой выбор в пользу сыра, который так и называется батон. Я такой сыр брала на юге, в Геленджике. Он мне понравился, и поэтому я взяла опять. Для любителей чего-то пикантного – бочковая аджика, а также специи. Найдут чем себя порадовать и сладкоежки. Например, в придачу краснодарскому чаю можно приобрести самые разные сладости. Орехи в гранатовом соке, халва с маком, вяленые груши. А еще горный мед и домашнее варенье. И все товары можно продегустировать перед покупкой. Равнодушных точно не останется. Торопитесь, ярмарка от Абхазии до Камчатки работает в торгово-развлекательном центре «Рубин» с 22 апреля.